Столетний юбилей празднует военный комиссариат Ивановской области. В региональном военкомате собрались все те, кто каждый день несет огромную ответственность за военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в вооруженных силах. Одной из особенностей организации местных органов военного управления в нашем крае явилось то, что их создание совпало с самой губернией. Военные комиссариаты были созданы у нас по личной инициативе Михаила Васильевича Фрунзе и опробированы в работе еще до издания декрета от 8 апреля 2018 года. Их служба трудна, но на первый взгляд и правда как будто не видна. Сегодня военный комиссариат – это коллектив, который может решать целый спектр задач – от мобилизации до патриотического воспитания молодежи. Работа военных комиссариатов заключается в подготовке граждан к призыву на военную службу, также подготовке граждан к поступлению на военную службу по контракту Вооруженные силы Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти. Ну и, соответственно, работа с мобилизационными ресурсами. В этот день все вспоминают, что комиссары – это те люди, на чьих плечах держится оборона России. По словам специалистов, и призывники, и родители сейчас отмечают высокий уровень профессионализма ивановских военкомов. Основой этого, того, что являетесь передовиками, является вот тот коллектив, который здесь сегодня присутствует. Замечательные гражданские служащие, женщины в основном. Они за небольшую зарплату выполняют очень важную государственную функцию и миссию. Эти офицеры боевые, которые здесь, ветераны присутствуют, конечно, они тоже являются гордостью России. Ивановский комиссариат во все времена считался образцовым, и по сей день его служащие сохраняют почетную традицию быть лучшими. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.